холодный осенний день раскрасили лучезарные улыбки и яркие наряды спортсменов. Все цвета радуги под российским флагом. Начальник управления по физической культуре и спорту Сергей Ткаченко открыл турнир. На открытые соревнования по фитнес-аэробике «Море фитнеса» приехали 19 команд из Краснодара, Геленджика, Анапы, Новороссийска, Староминской и Каниловской станиц. Более 130 участников. Мы очень долго готовились все эти месяцы с прошлого года. Это у нас вторые соревнования в этом году. Очень сильно волнуемся, очень переживаем, потому что дальше у нас еще более серьезные соревнования. Это, так сказать, старт. Команда «Анапы Ритмика» в сентябре привезла первое место соревнований в Новороссийске. Марина Варава пришла поддержать дочь Маргариту. Мы так родители видим, радуемся и стараемся всячески их поддерживать. Знаете, столько эмоций, постоянное переживание за нее, за ее успехи. Ну и результат благодаря нашему тренеру мы видим. Девчонки растут активные, увлеченные, спортивные, подтянутые. Девушки из команды «Ремикс» с первых секунд выступления заявили себя соперниками сильными, яркими и уверенными в себе. Оригинальными костюмами удивили зрителей подростки из Краснодара, танцующие хип-хоп. Можно сказать, фанаты Майкла Джексона, он в танце, можно сказать, король, и мы решили подражать ему. Нам еще, конечно, далеко до него, но мы постараемся достичь чего-то большего. Самое главное – это как бы работать с командой. Если команда не будет работать сплоченно, то и вид уже другой будет, и не получится красивой картинки. Все выступления ритмичные, яркие и очень позитивные. В финале спортсмены смешались. Зачет личный. Максимальная точность движений – залог высокой оценки. Много новых спортсменов, перспективных очень. Особенно в аэробике 8-10 лет. Я вижу, что это команды сильные и в Новороссийске, и у нас в Анапе, и в Краснодар. 11-13 дисциплина тоже показала максимальный результат, хороший. Жалко, очень мало хип-хопа. Хотя он очень популярный, но танцоры к нам не идут, потому что у нас очень сложно, у нас вид спорта. Сюрпризом стал розыгрыш новогодней лотереи среди участников турнира. Наградили победителей. В каждой возрастной категории бронза, серебро и золото. Анапские спортсмены показали себя на высоком уровне. Первое место в младшей возрастной группе заняла «Ритмика». В средней команда стала третьей. Юные танцоры хип-хопа из Анапы также стали лучшими. Победители в составе сборной Краснодарского края примут участие во всероссийских соревнованиях.